Специалисты выкачивают воду, работает спецтехника, хозяева домов на улице Северной наводят порядок. Вода ушла, самое время позаботиться о чистоте. За 10 часов в Анапе выпало почти 50 миллиметров осадков. Благодаря проведенной ранее серьезной профилактической работе масштабное потопление удалось предотвратить, но расслабляться рано. Дожди обещают по прогнозам до конца недели. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов провел экстренное совещание с руководителями спасательных и коммунальных служб. Все готовы и все готово. Учли даже условия чрезвычайной ситуации. На случай дизентерии в городской больнице есть вакцина и резервные места в стационаре. Спасатели-коммунальщики надеются, не пригодится. Ситуация не критична, хотя вода в реках заметно поднялась. Горная речка Суко на 40 сантиметров. В районе станицы Анапская вода стала выше на 10 сантиметров. Районы Джигинка, Первомайский и Гастагаевский не пострадали. Мы не допускали это дело. Мы к экологической катастрофе приведем все это. Что это самый основной вопрос. Выведите своих сотрудников, и пусть они ходят и занимаются этим. Пионерский проспект 50. Сброс осуществляют туда. Вот сейчас факты. Они сами звонят в приемную главу. Люки не открываются канализационные. Помогите открыть их. Но это же просто недопустимо. В Анапе в зоне возможного подтопления улица Северная, Крестьянская, станица Анапская, на улице Советской подтоплены старые дома. Вода во дворах и в подвалах. Почти метровый уровень воды в тупике Северном. Ситуацию усложняет шторм в море. Уровень морской воды выше на 5-10 сантиметров допустимой нормы. Решением комиссии установлен режим повышенной готовности. Все специалисты проголосовали за введение режима и обозначили основные меры профилактики работы на ближайшие сутки. На улице Северной разбетонировать колодец на сброс плавней. Здравницам запрещено поднимать канализационные люки. Организовано круглосуточное дежурство специалистов управления ЖКХ, полиции, участковых и спасателей. И в готовности номер один – спецтехника всех служб. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.